Самые талантливые дети со всех уголков республики приняли участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов «Хрустальные звездочки». Ребята продемонстрировали свои способности в игре на различных музыкальных инструментах, в вокале и хореографии. За ходом музыкального состязания наблюдал и наш корреспондент Алихан Липшоков. Основная цель конкурса фестиваля – создание условий для выявления и развития творческих способностей юных музыкантов, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Фестиваль наш направлен не только на выявление и развитие творческих детей, но и формирование личности ребенка, развитие духовно-нравственного воспитания, сохранение семейных традиций. Также от имени Молодежного совета управления судебных приставов республики всех участников и гостей конкурса фестиваля поприветствовал заместитель председателя совета Эльвира Карабашева. Всего в концертной программе музыкального конкурса было представлено более 40 номеров. Каждый из юных музыкантов старался продемонстрировать профессиональную игру на инструменте, вызывая бурю аплодисментов у зрителей. Мне на гитаре играть очень интересно. Это очень звонкий инструмент, и на нем можно играть разные красивые произведения. Победители регионального этапа конкурса, занявшие первые места, примут участие в следующем этапе Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки». Алихан Ипшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.